В преддверии Международного женского дня мы решили поинтересоваться у наших мужчин, что же они подарят своим девушкам на 8 марта. Цветы. Ничего? Нет, у девушки. Ничего. Почему? Что ты будешь дарить на 8 марта? Я еще не думал. По-моему, ей интересно. Я еще подумаю. Ты считаешь, что цветы – это банальный подарок? Да. Ничего. А меня не будет. Вследствие нашего экспресс-опроса мы узнали, что некоторые мужчины просто не хотят дарить подарки женщинам, а у некоторых просто нет.